SteelSeries, honestly. SteelSeries. I'd definitely sit with the SteelSeries. By far. Definitely the SteelSeries. If I had to pick one of these to pick up in game right now, it's going to be the SteelSeries. Gamers prefer our headsets. Find out why at SteelSeries.com. Привет всем, у нас потихонечку начинается таки матч сегодняшний. Сегодня будет Голси Лига 2 Best of 3 мы будем смотреть. SK Gaming, датчане, новый свеженький состав сразится с командой Лид, или по-другому Numbers ее начали называть, потому что, ну, Лид трудно произносить и все такое. Шведский состав вместе с бывшим капитаном команды Fnatic, Девилуолком, и вот, кстати, у него ник слегка корявенький, надеюсь, сейчас поправят, а то будет немножко неудобно. Так, что там? Команды вроде как были готовы, теперь уже не очень готовы. Ну и последним заходит Асилион, кому как угодно. Так, дам я сейчас инфу вам по пикам. Вот, кстати, пики надо еще запустить в группу. Лид берут себе Кобу, СК пикнули Трейн, вот это очень интересно, кстати. А третья карта будет Мираж. Вот так вот, сейчас я в группу быстренько запущу их и перемещусь обратно к вам, пока тут ничего не происходит. И... готово. Я снова с вами. Вормап у нас все еще на экранах. Спрошу я сейчас админа, когда все начнется. Я боялся сильно провтыкать, поэтому решил побыстрее включить, но от этого хуже не станет. Так, группа ВКонтакте моя vk.com/kill_fun, и там есть пики, там есть анонсы, там есть музыка с трансляцией, все такое. И вот, кстати, между прочим, у организаторов лиги GoCL тоже есть паблик ВКонтакте. Сейчас я вам его скажу, не помню, к сожалению, наизусть. Так, vk.com/GoChampions, вот такая вот группа ВКонтакте. Надо, кстати, будет ее зафоловить, а то я как-то провтыкал этот момент. Готово, зафоловил. Там вы будете находить всю информацию о матчах лиги GoCL. Кстати, тем временем интересная инфа. Пента осталась вчетвером. Один из игроков Пента ушел из киберспорта, это Трабли, если мне не изменяет память. Сейчас я прочекаю все-таки HLTV на всякий, чтобы не соврать. Да, это Трабли. Трабли уходит вообще из киберспорта, и его не будет в Пенте. Поэтому проблемки небольшие у немцев. Не могут они играть сейчас несколько лиг сразу же. И вот Легия, который вроде всегда играл с немцами, уходит в команду Нихилум. Это... американский состав, он там будет тренером. Начинается у нас таки матч. Сейчас мы будем смотреть на живой раунд. И да, все готовы. Бот еще один на сервере, но бот вылетает. СК. Совершенно новый состав. Собрали солянку из датчан. Изначально был немного другой состав. Потом накикали парочку игроков. Взяли вот... по-моему, не было Сандена, если я не ошибаюсь, или Фриса. Вот кого-то из них точно не было в составе. Это я точно помню. И, кстати, вот Хунден, интересная инфа. Хундену уже очень много лет. Ему что-то порядка 25 или 26 вот было буквально несколько дней назад. И у нас тут невидимая моделька. Невидимая моделька, надо будет реконнектнуться. Сейчас я реконнектнусь. А, нет, я не реконнектнусь. Так, у нас... да, у нас невидимый боец. Боец невидимого фронта. Замечательно. Привет, Valve. Вот просто вот витрина для показывания оружия. Ладно, сейчас я приконнектнусь, только вот я вам включу поменьше экранчик, чтобы вы не спалили IP. Быстренько я пишу ретрай, закрываю, и вы ничего не видели. Вы ничего не видели, у нас все хорошо. Все продолжается. Да, Фореста 27 я знаю, но вот Хундену тоже немало. И смотри, в чем дело. Он последний в рейтинге HLTV, и у него есть уже ребенок. Вот такая инфа, у него семья есть, все такое. А он зарабатывает в киберспорте свои-то В своем-то возрасте это чревато. С последним местом на HLTV по статистике. Так, проверим всех игроков. Все вроде как в порядке. Да. Прокликал я быстренько всех. И мы продолжаем смотреть. Быстрый минус с мидла делает Асион. Заходит потихонечку на твист. Разменял. Пауф на Б. Пушит. И Пауф погибает в пуше. Вот зря запушил. Собрал, правда, инфу. Тенски уже на выпланте. Остается только твист. И Шнейдер. Так, а что у нас с никами было? Только что твист погиб на Б. Что такое было? Ладно, окей. Может, я профтыкал. Шнейдер минус Хунден. И 2 в 2. 2 в 2 бомба стоит. Дефуз китов нету у Лид, поэтому проблемки у них. Фриса запушили. Фриз делает минус. И последним остается твист на планте. Его уже в спину атакуют Тенски. И Фриз делает второй минус. Вот так вот. Вот так. Фриз 3 минуса. Шикарно датчанин играет уже очень много лет. И последние полгода он подсдал немного, а потом вот видите, как взяли в СК опять. И интересно, будет ли этот состав у СК надолго. СК часто кикают свои составы. Они однажды кикнули после первого же поражения один из составов. Не помню, к сожалению, кто это был. И твист. Вот такой вот хедшот со скаута по Тенски. Уже вчетвером начинают играть практически сразу же СК. А вот у шведов все хорошо. Зонда запушил немножечко. Апдаун. Стоит он в такой вот позиции на чек. На чек. Твист чекает мидл. Пауф прочекал Б. И вот рано прочекал. Он прочекал, а после этого придет перетяжка. Вот она уже движется в сторону Б на Пауфа. И в этот момент его тиммейт отошел. Это был Девилуолк. И вдвоем с кем? Зонда, они, да, смотрят апдаун, Девилуолк начекал, Зонда еще один минус, Асион разменял, но при этом 2 в 4, 2 в 4, перетяжка уже с планта пришла, Пауф погибает в планте. Так, гранаты, дымок, Зонда пытается нашить в дым, Санден, хороший хедшот по твисту, и все рассыпались просто за секунду. Хорошо, датчане все-таки собрано сыграли, доиграли этот раунд и 2-0. 2-0 после взятого пистолетного раунда они смогли таки не отдать раунд своим противникам. Читаю я иногда чатик, так что можете задавать вопросы. Можете задавать вопросы. Who did pick Кобу? Кобу was picked by Lid. SK Gaming picked Train and the third map is Mirage. Вот такая вот инфа быстрая. Англичанин. Кстати, есть английский стрим, если что. Надо будет сейчас ему сказать. Шнейдер остается вместе с Зондой. Зонда должен прикрыть своего тиммейта, но вот Зонда не двигается и зря. Надо было как-то в спину немножечко зайти. Зонды в непредсказуемой позиции для СК, потому что его никто пока что не видел. И Хунден начекал того, получил сразу же хедшот по прострелам, 22 хп у Хундена, и Санден сделал минус. By the way, there is an English stream, you can find it on HLTV.org. Вот так вот, пик. Пик вам по-русски говорю сейчас. Лид. Пикнули Кобу, СК пикнули Трейн, и третья карта Демираж. Вот так вот. Интересно, очень пик от SK Gaming. Я не ожидал увидеть карту Д-Трейн, потому что... Ну, потому что ее только что перефиксили, и, по сути, команды должны опасаться этой карты. Опять тот же самый тимачок Зонды. Минус Санден, и Зонда погибает. Тенски разменял, твист притык, твист на релоде. Вышел, сделал шаг лишний, и из-за этого прощается жизнью. Погибает также Пауф, на 2 девайса развели, и 2 в 3. 2 в 3, шведы продолжают этот раунд, плент отдали. И вот будут лететь. Пытаются зайти, но на их месте я бы все-таки, наверное, засейвил. Я подумал о сейве, да. Без дефуз китов будут они пытаться затащить этот раунд, без хед-арморов, так называемых. Без шлемов. Без шлемов, если по-русски, но и Асием прошивом делает минус хедшотом по Шнейдеру, и Девилуолк также погибает. 4-0. 4-0 пока что. Эко-раунд от Лид, и они покупают пистолеты. За кого легче играть на Кобле? Террористы или КТ? КТ. Конечно же, КТ. КТ на любой карте сильная сторона. Вот только на Дасте 50 на 50. Абсолютно хорошая флешка. Слепит она сразу двоих игроков. И Асилион делает фраг. Твист разменял. Вот этот Твист просто ворвался на гранате. Подлетел у Зонды вместе с Шнейдером в планте. А вот Девилуолк идет в спину. Но его сейчас должен... Как так? Тенски. Тенски провтыкал, но дал инфу своим тиммейтам. Санден убивает Зонда. И 2 в 4. 2 в 4, да, Тенски теперь только убил Девила, как только тот начал перетягиваться с апдауна. На прямой выход Б-планта. И Шнейдер за камушком сидит, просто ждет, караулит всех, но его чекают, Асилиона, кстати, он мог забрать, но не попал. Асилион 19 хп, один выстрел по нему сделал бы фраг. Оставшийся... Так, оставшийся швед. Чекаю я инфу параллельно о всяких штуках интересных. Ну и 5-0. 5-0 у Твиста АВП. Давайте посмотрим за ним. Вот, Фриис. Фриис наконец-таки играет со снайперкой. Долго я этого ждал. Когда же он вернется к всему девайсу? В хорошей команде. Ух, Твист. Твист ловит хедшотом Тенски. И сразу же отходит смотреть щелка на медле. Это СК, где был спаун. Да, это те самые Shred Commando. Как они называются правильно. Я всегда, кстати, думал, что СК это Швиден Кингдом, типа Шведское королевство, но нет, нет. Абсолютно по-другому переводится название данной организации. И вот, кстати, так и не сказали, как расшифровывается правильно. Что такое Shred Commando? Shred это немного измененное слово шведское, означающее, ну вот правильно... Если написать это слово, то оно будет означать шрапнель, потому что СК долгое время играли в Quake, и это была квейковская орга. Потом, ну вот при основании как раз самой организации, вот этот состав квейкерский, не знаю, там были дуэльные игроки или это был реально состав с командой какой-то. Ну, в общем, из-за того, что в Quake есть... Double Barrel, такая пушка называется, это шотган, по сути, двухстволка. Вот, поэтому шрапнелью назвали организация. Ну и Фриис остается последним, 2 хп, кстати, у Дэйва мог сгореть только что. Килла, как тебе последние игры Нави? По-моему, они уходят на пенсию, так сказать. Они уходят на пенсию аж с... 2000, не знаю, какого, 14 года, наверное. Вот когда был Кибакен вместе с Сиздом, как только они пришли, вот тогда они могли тащить. А потом Кибу набрили, изменили состав. И вот мне кажется, что зря они это сделали. Я бы все-таки посмотрел с Кибакеном, как играют. Потому что Костин с Кибакеном, насколько я знаю, давненько играли вместе во всяких семи-про командах в России. Видел я их неоднократно на Лане. Обоих. Вот не помню, кстати, в разных командах они играли на тот момент, когда был Формаза Раша чемпионат в Москве. Или нет. Морковка проводил, кстати. Тем временем 4 в 3 Фриис. Хороший минус. Вот так вот с прыжка. Делает фраг по Шнейдеру, Савика. 6 хп, правда, остается. Асилион подловил Девила. Вот видел ли он Пауфа? Пауфа. Нет, Пауф за деревяшкой. Наверное, идет. Санден. Хорошо, минус есть. И последним остается только Зонда, но он слышит раскидку на планте и надо сейвить. Нет у него дефуз китов 1-3. Правда, вот все красные. Но вот дали ли инфу о том, что все красные? Дали ли ему инфу? Плотно по всем попали. Вот была бы граната, он бы первого взорвал, а дальше можно было бы пушить. Но Фриис не дает просто зайти никуда. Сразу же на подходе к пленту убивает того. И счет становится 6-1. В атаке СК Gaming пока что доминирует. Ну и читаю я чатик. Читаю чатик. В 16-1 конфирмат сразу же. Просто сразу же залетает. Такая замечательная инфа после 7 сыгранных раундов. Нет, пока еще не конфирмат. И Best of 3 система проведения данной лиги. Кстати, партнерами являются Twitch и SteelSeries. Twitch и SteelSeries, партнеры проведения лиги. Подписывайтесь, кстати, на их паблик ВКонтакте vk.com/gochampions. Узнаете обо всех матчах данной лиги, о финалах и так далее. СК сделали 2 минуса. Вернее, 3 минуса. 2 сделал Хунден. Девилуолк остался с Зондой. И Девила уже нашли. Девила контрит в 2 девайса. И сейчас Девила просто взорвут. Нет, не доходит до того. Асилион подловил. И Зонда последний также погибает. Немного дэмэджа нанесла шведская команда по датчанам. Ну и 5 безответных минусов. 7-1. 7-1. И что, сейчас будет какой-то плохой закуп или что? Нет, все еще играется эко. Второе эко подряд берут Лид. Ну как эко? Тогда был, можно так сказать, форсбай. Да и сейчас это можно все-таки назвать форсбаем. Хотя все-таки это достаточно экономичный форсбай. Вот все еще так и не определились с расшифровками, как и расшифровки названий чемпионатов. Что считать мейджером? Просто большой турнир. Вот ESL, ECA, это мейджер или нет? Вроде как без поддержки Valve, а при этом такой огромный, что мейджер. Да и в прямом переводе мейджер это большой, огромный. На сей раз Лид все-таки сделали минус по Фриису, Асилион 3 минуса. И, кстати, снайперку подобрал. Снайперку тиммейта павшего. 8-1. Пока что без особой борьбы, но вот сейчас наконец-таки мы увидим бай от команды Lead или от команды Numbers, как вам удобно. На HLTV я видел, что Lead называют Numbers. Почему большинство проигроков берут кольты с глушителем? Это же нелогично. Почему нелогично? Это вполне логично. Если ты не знал, у М4А1С меньше разброс, чем у Калаша, чем у Ауга и чем у М4А4. Шнейдер контролит проху. Шнейдер как не вовремя отошел. Вот сейчас слышит шаги, заходит на него, но Шнейдер немножечко завтыкал. Он переводил прицелом как раз в ту сторону, откуда слышал шаги, и из-за этого не успел. Тенски перезаряжается, и Девилуолк это слышал. Вот, кстати, когда игрок перезаряжается, его сразу же слышно. Хорошая флешка по Девилу, моменталка, он ловит, и его прочекали. Мог бы дать минус, если бы не моменталочка. Пауф на планте также погибает, но что-то вообще без шансов. Шведы не могут просто перестрелять датчан, вообще никак. Так вот, вернусь к своей мысли. Слышны перезарядки противников, если они стоят рядом, как и... как вам сказать, вхождение в прицел на АВП. Когда вы нажимаете правую кнопочку мыши на снайперской винтовке, любой, будь то АУГ, скаут, АВП или, не знаю, плеточка, у вас раздается звук. Только он раздается не только у вас, а еще и у противника. Противник это слышит. Когда вы входите в прицел, вы перезаряжаетесь. Поэтому, собственно, на медле вот тот игрок, который стоял, это был Девилуолк. Ой, вот Твист вообще подловил Зонда. Нет, Сандена подловил Твист. Просто шикарно развел. Спустился с башни с другой стороны, а швед полез за ним. Так вот, о чем это я? Он мог просто выйти на этот звук и дать минус на халяву. А может быть и не один минус, если бы ему повезло и никто на него бы не посмотрел в тот момент. Но он этого не сделал, он словил моменталку, и после этого его прочекали, он погиб. Асилион заходит в смог под флешку, его вот так вот минусует Пауф. Так. А Пауф известно, о Твисте тоже. Ну, Твист просто развалил. 3 минуса от Твиста, Фриис. Остается последний, делает он 1 фраг. На планте стоит Девил, и Девил убивает Фрииса. Вот так вот, 2-9, второй раунд берут шведы. Показываю вам статистику по фрагам. 14-1-8 уже вот Твиста, просто вообще. Посмотрите, насколько больше у него фрагов, чем у всей его команды. Вообще нереально, просто нереально. Он сделал на 2 фрага больше, чем вся его команда вместе взятая. Вот так. Тем временем, вот такая интересная расстановочка сил от шведов, и Фриис все это контролит. Сейчас он смотрит куда-то вот сюда и отходит потихонечку. Зонда со своим тиммейтом, тем временем Асильон заходит на Б-план, делает минус по твисту Пауф. Пауф мог просто нашить Асилиона смог, когда тот отходил, но Пауф этого делать не стал. Девилуолк минус Санден. Тенски сейчас услышит своего соперника. Влетает молотов, влетает смачок и под флешку. Так, нет, он все-таки решает отойти. Перетяжка от тачан. Интересно. Тем временем зонда врывается в дым под моменталочку, но моменталочка не ослепила всех. Шнейдер сделал минус по Асилиону. Вот так вот. Тенски ловит оппонента. Ну, я просто не понимаю. СК разрывают сейчас, а швед бежал с балкона за плент. Вот тут вот он погибает. Очень не вовремя он это делал. Ему дали уже инфу, что плент занят. Зачем он так неаккуратно действовал, я не знаю. Тем временем 2-9. Пауф пытается на сейве кого-то убить, и счет станет 2-10. И это за атаку на карте Дайко Булстом. Просто невероятно. По пикам вас еще раз я сориентирую. Лид взяли Кобу, СК взяли Трейн, и третья карта Д Мираж. В моей группе ВКонтакте я это уже запостил. Можете смотреть там музыку всякую со стримов, анонсы и прочее. vk.com/kilo_fun. Также подписывайтесь на паблик данной лиги. GoCL, паблик называется vk.com/gochampions. Нетрудно его найти, но советую вам. Узнаете обо всех стримах, обо всех матчах данной лиги. Ничего не пропустите и сможете выиграть денежки на ставочках. Вот так вот. 2-10 счет пока что. Без минусов. Девилуолк играет на дле. Хунден нашивает смоки. Разменялись игроки. Шнейдер еще один минус. Санден минус по зонде. Зонда перед своей смертью забрал еще и Тенски. Вот так. Молотов на дропдаун от Асилиона. Под молотов он запрыгивает. И вот Пауф должен был... Как так? Нет, Пауф слышал. Пауф как раз правильно все делает. Это я немного неправильно подумал. Пауф как раз пошел контролить окно. Но я думал, что Шнейдер выполнит эту роль. Шнейдер смотрел до упора аплента. Зашли СК. И Шнейдер сделал минус. Подхватили его тиммейты. 3-10. 3-10. Не дошли даже до плента СК. Киньте ссылочку на группу vk.com/kilo_fun и vk.com/gochampions. Нетрудно найти и то, и другое. Они они должны отдавать предпочтение 30 патронам, эффективность выше. С калашом же стреляют. С калашом стреляют по другой причине, потому что у него хороший спрей. Он убивает с первой пули в голову, и в нем 30 патронов. А МК, М4А4 не убивает с первой пули в голову, и при этом у нее больше разброс, чем у М4А1С, та, которая с глушителем. Соответственно, проще гораздо контролить спрей на С, и поэтому проще сделать фраг. Попадаете первой пулей, а второй просто уводите спрей вниз и сразу же добиваете своего противника. Также можно, если вы не попали первой пулей, совершенно спокойно спреем перевести пули в голову. А вот с М4А4 это будет сделать проблемнее, примерно так же, как с калаша. Просто найди где-нибудь на Reddit или в интернете, на других сайтах, спрей-паттерны, так называемые, CSGO, и ты сразу же все поймешь. Иногда, вот видишь, вот у Шнейдера даже не дошло до того, что он выпустит 30 патронов. Он, не знаю, патронов 6 выстрелил, и его сразу же убили. Поэтому все-таки на некоторых позициях предпочтительный М4А1С. Вот видишь, Пауф играет с М4А4. Вот, например, покажу вам такую штуку. Смачок вот сюда вот откидываете, будучи контрами по дефолту. И с М4А4 принимать этот выход гораздо проще, чем с М4А1С. С М4А1С проще стать за плент куда-то и аимить по головам. Вот так вот. Зонды убил двоих. Замечательно просто. Заходили на Пауфа, а вот Пауф стоял спиной, зато его прикрыл тиммейт. Пауф выходит еще на Сандена, минус Сандена, и Фриис остается последним на сейве. Шведская команда пыталась прошить ящик, но вот так вот он не шьется. Он шьется только не полностью, то бишь по углам и так далее. Ну, вы поняли меня. Вы поняли меня. Вот так вот напрямую не прошьется. Прошьется только один ящик или прошьется вот как-то вот так вот. В общем, уголок у него. Тем временем Асилион все еще пытается сделать open frag на Б-планте. Кстати, как у него со статистикой? 13.09 у Асилиона. Потом вам покажу побольше статистику. Вот, аимит сейчас Пауф, пытается заимить, но не попадает. А вот с Эской было бы немножко проще. С Эской можно было бы стрелять не 2-3 пули, а просто спрейть по головам. Санден минус Твист, Санден еще один минус, хорошо, и 2 в 4 остались шведы. Килла, какие твои любимые карты в CSGO? Нюк, Даст 2, Мираж, пожалуй. Ну и, наверное, все, Три любимые карты у меня. Мираж я, правда, не так сильно люблю, а вот Нюк — это шикарнейшая карта, не знаю, почему все ее так не любят. Тем временем Шнейдер. Вот. Вот это просто точка, такая точка невероятная от Тенски. Шнейдер ворвался, Тенски стоял спиной к нему, и как-то разминулись игроки. Сделал Шнейдер фраг на тиммейте Тенски, по-моему, это был Хунден или Санден. Ну и Тенски только после этого забрал Шнейдера и сделал еще один минус. Меня очень просто невероятно радуют англоговорящие люди, которые заходят на наш канал, на русский, заведомо зная, что он русский по флагу на HLTV или по плашечке Russian на CSGO Lounge, и говорят типа ужасный русский стрим, где английский. Вот замечательные ребята. Ладно, не будем обращать внимания. 3-12 счет и смена сторон. SK Gaming продолжит играть за защиту с 12 раундами. Твист убил Тенски, и в размен еще один фраг от Твиста перед разменом. Вот, Санден. Хороший хедшот, пытается займить по пробегающим игрокам. Видит двух, а вот теперь увидел третьего. Зонда выходит, дает минус по Сандену, Шнейдер минус по Анте, по Хундену. И Фриис 1-2 за камнем, у него выходит уже Зонда, и вот такой вот бёрст. Хороший бёрст, прямо в голову попал своему оппоненту. 12-4, и все-таки поборются шведы за эту карту. Напомню, по пикам. Лид взяли Кобу, СК взяли Трейн, и третья карта Мираж. Вот если СК выигрывают на чужом пике, то на Трейне-то, ну уж не знаю, что должно произойти, чтобы они его проиграли. Правда, вот если за атаку начнут на Трейне, это будет печально. Это будет очень печально. Тем временем 4-12, врыв под плечку на миду, вчетвером на А-планте стоят игроки защиты. Санден сейчас зачекает Шнейдера. Шнейдер, вот увидел ли? Да, Шнейдер заметил плечо своего оппонента, сделал хедшот, как только тот застрейфился. 2 в 4 ситуация. Ну и пистолеты все-таки приносят небольшой такой результат. Одного убили, можно попробуют забрать еще кого-то, что и пытаются сделать SK Gaming. Идут они в сторону мидла, чекают аккуратно все позиции, но никого не видят. А вот за дверью стоит коварный Твист, который, возможно, сейчас начнет двигаться, да, в сторону SK как раз. Вот не знаю, слышали, так, замечательные курицы просто. Минутка куриц на стриме. Гоусель. Курица застряла. освободить курицу, она застряла в камне. Твист, кстати, должен был слышать подбор девайса от Фрииса, но очень аккуратно, очень-очень аккуратно действует Лид, боятся потерять игроков, счет для них достаточно болезненный, СК сидят очень интересно. И вот заметил Асилион Шнейдера и очень долго выцеливал того, чтобы, не дай бог, промахнуться. Попадает в голову, делает фраг, это забирает девайс. Хорошая игра от Асилиона. В непредсказуемой позиции он находился, но при этом ногу его, по идее, должно было быть видно за машиной. Вот так вот он сидел. Не знаю, не знаю, должно было быть видно, но не заметил швед. Вчетвером идут принимать бэкплент игроки защиты. Начинает сразу же в откинутый смог шведы. Датчане, я хотел сказать, идут на Б. Санден, минус Шнейдер, разменял Дэвил. Плент проходит и 8 хп у Девилуолка. Печальная ситуация. Тенски минус Твист тем временем. Заходит он в спину всей банде. И вот от Тенски, если его не убьют, можно ждать просто сразу же нескольких фрагов. Сразу же пошли его гасить. Пауф перестреливает того, потому что не было броника у Тенски. Разброс сильно увеличивается, когда по вам попадают без брони. И 2 в 2. 2 в 2 у Фриса. 5-7. И вот с 5-7, кстати, тоже можно хорошенько стрелять. У Асилиона калаш. И перестреливают они своих оппонентов. Будут дефузить бомбу. Успеют по-любому, хоть и нет дефуз китов. Должны успевать, по крайней мере. И да, да, успевают. 5-13 становится счет. Два калашка сейвит SK Gaming. И вот это уже больно. Больно для Лита. С 5-7 Фриис перестрелял оппонентов в планте. И бай. Опять бай от шведской команды. Два голева в закупе. Это не есть хорошо. Пытаются по разные планты разойтись шведы, чтобы сделать какие-то open фраги. Не должны СК этого позволять им. Давайте я вам еще раз пики скажу. Лид пикнули Кобу, СК Трейн и третья карта Д Мираж. Интересный пик очень от СК, и не терпится посмотреть на самом деле за Трейном. Давно я, честно, не видел эту карту. Последний раз, по-моему, комментил, кажется, это были Fnatic против Envy на карте Д Трейн. Да, кажется, они. Когда у Fnatic'ов было два стендына, такая себе игра получилась на самом деле. Ну и что? СК стоят достаточно в глубоком дейфе на медле. Один игрок чекает и два чекают дропдаун. Два чекают дропдаун. Тенски сразу же заметил оппонента, сделал минус. Тем временем Девилуолк минус Асилион, перетяжка. И заходит Лид как-то очень интересно. Без бомбы заходит Зонды. Побежал за ней. Сделали минус, сразу же пошли давить. Еще один минус от Твиста на планте. Тенски перетянулся, получил хедшот. Ну и просто разгром от Лид. 4 живых человека у шведской команды. Один Пауф погиб. И Пауфу сейчас Зонда даст дроп. И на этом будет полноценный закуп. Килл и чей пик. Я эти пики назвал уже раз 7, наверное. Лид взяли Д, Кобу, СК взяли Трейн и третья карта Д Мираж. Если плохо с запоминанием пиков, можешь просто посмотреть в группе ВКонтакте vk.com/killa_fun. Или, я уверен, в паблике лиги GoCL тоже это есть. vk.com/gochampions. Партнеры лиги, кстати, Twitch и SteelSeries. Вот так вот. Интересные партнеры. Зонда минус Санден. Твист минус Тенски. И Твист уже мчится за следующим своим фрагом. Но вот Хунден выходит в спину. Не смог дать минус. 5-7, по-моему, у него был в руке. Давайте сейчас зачекаем. Девилуолк тем временем минус Фриис. И что это? Это P250. P250, кстати, тоже ваншотят в голову с близкого расстояния. Асилион последний, и также он погибает. Хедшот от Дэвила. 7-13. Борются шведы, просто борются. Вот если бы отдали 14-й раунд датчанам, тогда уже было бы гораздо труднее. А так можно еще 1-2 подарить, выйти на овертаймы, в крайнем случае в овертаймах отжать эту карту. Фриис, АВП, наконец-таки. Сколько раундов он играл без снайперки. Вот теперь взял, пытается сделать опен, а На него никто не идет. На мерле есть три игрока атаки, но они достаточно далеко от Фриса. Фриз может начать пушить, но... Даю чекать. Санден тем временем минус Шнейдер на Б-пункте. Пауф выходит, берет девайс своего павшего тиммейта, был калил Пауфа, сменил на калаш. Флешка в дым, Санден слепой, зачекал Пауф. Запрыг Сандена на ящики. Прошить их не удастся, поэтому надо пушить или надо уходить. Надо было вообще сделать фраг, вот о чем я говорил, нашивают в бок ящиков, самый краешек. Атакующий игрок, и оба погибают. Один стоял за ящиком, второй помогал своему тиммейту, и 3 в 3. 3 в 3 надо перетянуться бы обратно вообще. Пау делает такой вот фейк с флешки и дыма, попытается развести игроков СК, что здесь где-то заходит опланта. И вот как только он кидает флешку и смог, сразу же перетягивается Асилион на противоположный план. Интересно. Асилион просто бесстрашный, был уверен, что он прав. Тем временем Тенски за плантом Б делает фраг по Пауфу прострелом. 6 хп остается у самого. Хедшот прострелом от Девилуолка, остается бомба. Врывается Асилион, минус делает по зонде. И Девилуолк один. Больно прилетело Девилу. Вот о чем я говорил. Две пули в голову, сразу же минус и... 7-14. 14 раунд берут СК. И вот теперь надо просто не отдавая брать несколько раундов подряд Лид. Но у них есть деньги, им это вполне по силу, я думаю. Возможно, даже будет АВП в закупе, если доверят Шнейдеру. Да, Шнейдер берет снайперскую винтовку, как только я это говорю. P250 также покупает про запас на всякий случай, если не будет патронов снайперки или что-то типа того. Так, пожалуйста, не спойлерите счет. Я вещаю, кстати, без задержки абсолютно. И задержка только на GoTV. Поэтому у вас инфа со скорбота на HLTV чуть опережает. Чуть опережает мою, я не с сервера. Это неинтересно. Неинтересно так смотреть просто. Тем временем на Б-планте два игрока атаки, перемещается к ним бомба, а вот двое остаются на медле. У защиты интересная расстановка. Тенски смотрит проход зонды в мидл, в комнату на медле, а вот вдвоем остались Фриис и Асилион на зелени. Интересная расстановка, потому что Тенски, если что, перетянется, а Фриис просто отойдет, что сейчас и происходит. Как только гранаты полетели на Б-плент, сразу же 4 игрока стало на Б-плент. Тем временем красный Девилуолк уже в этом раунде, 9 хп у Девила. Вдвоем смотрит дропдаун, вот одного увидел Твист, сразу же обернулся, сделал фраг. Шнейдер сделал минус на Б-пленте, притяжка и... Вот такая вот непредсказуемая позиция от Асилиона. Можно его прошить, но нет, зонда выходит, дает фраг и приходит в спину уже хупа СК, 10 секунд до конца раунда и вряд ли что-то... Да, Шнейдер сейвит, нельзя уже успеть. Перемудрили Лид, перемудрили шведы, зачем перетягивались, непонятно, надо было уже заходить тогда на Б, потому что Шнейдер уже выцеливал игрока на Б-планте, как раз за статуей сидел. Один из оппонентов, можно было сделать фраг и... бежать тиммейтам, помогать Шнейдеру, ставить бомбу еще, и тогда уже можно было бы тащить этот раунд, но нет. Перемудрили с таймингом, отдали 15-й раунд своим оппонентам, и вот теперь уже будет невероятно трудно тащить, нет денег у СК, но это, в принципе, и не важно, потому что проигранный раунд, и это уже проигранная карта. Закупается просто в ноль. Между прочим, вот еще раз повторюсь, если... Так. Шнейдер мог бы дропнуть своему тиммейту P250, по-моему, сколько он там стоит, я вот завтыкал немного. Неважно, так. Что у нас в чате тем временем? Давайте, может быть, сабмод поставим, что ли? Да, давайте сабмод, а то что-то как-то Не очень вы хорошо себя ведете. Твист заходит в комнату на медле, Девилуолк проходит по зелени. Вот прочекал подсадку, Асилион все еще живет, Девилуолк погибает в полете. Ну как так? Еле-еле убили Асилиона, который вроде бы так открыто сидел. Его прострел можно было забрать, что в итоге сделал Твист. Пауф заходит в спину. Хороший раунд будет от Лид, но вот смогут ли зайти? Ага! А Пауф зачекал даунфу. Они не собирались заходить на А, потому что Пауф зачекал весь план Б. Перетяжка от Сандена обратно. И вот наткнется он сейчас на Пауфа. Минус от Пауфа. Я думал, что будет заход на А-плент, а потом Пауф просто с Б-плента вот с этой позиции перетянется в спину игрокам, которые перетягивались с Б-плента. Нет. Не так. Пауф как только зачекал даунфул, потому что тиммейты не успели зайти на А, и они просто перетянулись. Время было, поставили бомбу на Б и берут раунд. Берут все-таки раунд. У СК два сейвящих игрока, это Хунден и Тенски. Тенски сейвит АВП Фриису. Ну и как всегда, по традиции, в самую замечательную позицию на карте идут СК. Просто царская позиция всех пабликов. Вот еще вот так вот стать, да. Это очень раздражает, когда на матчмейкинге или на пабликах кто-то вот так стоит. Ты с ним ничего не сделаешь. Кстати, между прочим, на лестницах сломанные хитбоксы у моделек, поэтому, может быть, все-таки сделаешь что-то с таким игроком. У Адрана, только не казаха, а у американца есть видео на YouTube-канале, можете также найти его в паблике, самый-самый нижний пост в моем паблике. Вы долго листать не будете, потому что я его только недавно открыл. В общем, видео повествует нам о сломанных хитбоксах игры Counter-Strike Global Offensive. Там, собственно, Адран залезает на лестницу на Трейне, и его не могут убить, потому что хитбоксы смещены вниз у моделек, и, соответственно, там, где голова у модельки, там, где вы видите голову, там ничего нет, там просто пустота. Если вы будете туда стрелять, пули будут проходить насквозь, и никакого урона они наносить не будут. А вот там, где пузо у модельки, там будет, собственно, голова по хитбоксам. Если вы будете стрелять в живот модельки, вы попадете в голову. Такая вот интересная игра Counter-Strike Go. Сломаны хитбоксы. Valve, кстати, обещали пофиксить. Есть такая инфа у меня, что будет это в ближайшем апдейте. Вот, правда, я думал, что это будет в сегодняшнем апдейте, но в сегодняшнем апдейте этого не было. Кстати, перевод апдейта также есть. Сделал я его сегодня с утра, и вот Асилион. Такая просто царская позиция. Вроде бы стоит притык и пробежал мимо. Пробежал мимо Зонда, Девилуолк также погибает, Асилион уже третий минус на сейве, и можно так и бомбу задефузить. Пауф понимает, что бомба не дефится, четвертый минус от Асилиона. Датчанин просто разрывает Шнейдера, он зачекал, и пятый минус. Эйс на сейве делает Асилион, прострелом убивает Шнейдера, но бомбу не дефузит. Он бы мог просто после третьего минуса взять и раздефузить бомбу. Были дефуз-киты, мог это сделать, но не знал о позиции своих оппонентов. Вот так вот. Датчанин сейвит. Просто невероятная игра от Датчанина. 5 минусов на сейве. Так, все просят ВК. vk.com/killa_fun. Давайте я вам ссылочку дам, чтобы не было вопросов лишних. Кстати, подписывайтесь на паблик организаторов лиги vk.com/gochampions. Так, дал я вам ссылочку. Дал ссылочку, готово. Просто идеальный сейф от датского игрока, от Асилиона. И смотрим, собственно, за ним. Затащил. Хайлайтик маленький будет. Тем временем 9-15. Твист делает open фраг. Твист делает 2 open фрага. Хунден также. А Хунден не погибает. Хунден делает хедшот, но Пауф все-таки спас своего тиммейта. Попал первой пулей по Шнейдеру хедшотом, но не забрал того. Последним остается Фриис, который также погибает от Твиста. 4 минуса от Твиста в ответ. И 10-15. Пока что шведы тащат у Шнейдера АВП кривой бай. От Девилуолка купил он невероятнейший девайс, который ему уж явно не поможет. Между прочим, вот этот кривой бай вызван нажатием не той кнопки на нумпаде. У проигроков закуп в основном на нумпаде. То есть вот циферки справа от клавиатуры — это весь бай игроков. Чтобы можно было закупиться за секунду, потому что на шифровке говорят долго в начале раунда. Некоторые не успевают закупиться, потому что бай-тайм ограничен на лигах. И, соответственно, с баем на номпадах можно сделать это буквально за 1 секунду. СК теряют одного игрока, open фраг по Фриису от Девилуолка, и стяжка сразу же происходит на апленд. Откинули дымы Лид. Вот так вот Девилуолк подловил Асилиона, тот завтыкал, Тенски тоже завтыкал, ну и развалились СК. Развалились. Пауф на Б-планте зачекал Хундена, но вот не зажал, а Хунден с эмочкой. Хундену спрейть полегче, Хунден делает второй минус спреем. И 3 в 2, 3 в 2, так можно и раунд взять СК сейчас. Будут ли идти? Или это будет сейв? Нет, двигаются в сторону сейва. Хунден красный, да, китов нету, поэтому датчане решают засейвить. Залез-таки Хунден, еле-еле допрыгнул. Еле-еле. Кстати, такая вот небольшая инфа. Если вы видите, что вот здесь вот свет зеленый у замка, то значит внутри кто-то есть. Можете даже не шить, если зеленый. Вернее, если красный, то кто-то есть, а если зеленый, то никого нет. Вот что я хотел сказать. Так, паблик просит еще раз. vk.com/killofan. vk.com/goldchampions. Готово. Оба паблика дал. Напряженная игра, Лид просто как-то невероятно тащит. Лид невероятно тащит. Сейвит все-таки СК, 2 девайса засейвлены, Хунден на лоу хп, но пушить Лид не стали, потому что Лид бы самим деньги не потерять. Есть, правда, деньги, но не знаю, не пошли. АВП у Шнейдера, и давайте посмотрим, куда он пойдет. Он идет на Б, а вот у СК с деньгами проблемки. Показываю я вам деньги и статистику. Вот у Хундена опять проблемы. 11, 7, 18. 7 ассистов, правда, но все равно печально. Твист 28, 4, 16. Зонда, open фраг, Хунден разменивает, Пауф минус Хунден. Б-плент открыт, перетяжка от Асилиона вместе с Тенски. Тенски, правда, ждет еще в дропдауне кого-то. И опять сейф от SK Gaming. SK Gaming, ну блин, я не знаю, пойдите до конца, слейте следующий раунд и уже купите нормально. Ну серьезно, вот сейчас вот будет у Тенски ФАМАС в следующем раунде, у Асилиона, возможно, будут проблемки с закупом. 100 баксов у него, 100 баксов. Да, погибает Асилион даже вот так, не дав ни минуса. Тем временем Фриис и Тенски сейвят. Вот Тенски зачекал Твиста, Твист погибает, и от Фрииса также залетает минус по Девилу, и Шнейдер промахивается с АВП. Засейвили 2 девайса СК, 15-12 счет, дают дропы. Главное не переборщить с дропами. И, по-моему... Да, Хундену. Нет, все, подобрал Тенски, все окей. Я думал, что Хундену вместо ФАМАСа дропнут темочку, но нет. Подобрали все. Все подобрали. Килла, сколько ты зарабатываешь? 5 драгонлоров в час. Филд-тест, естественно. Тем временем в дроп-руме. Ой, в дроп-руме. В комнате на медле. Комната на медле, Асилион прошивал смачок, и вот Девил, зная об этом, должен убивать того. Фриис спасает своего тиммейта, Шнейдер разменивает, и Асилион сейчас будет рваться на АВП, но тут как тут, приходит Твист, помогает своему тиммейту, и что, это будет перетяжка на Б, вероятно. Пауф уже чекает вовсю всякие смоки, зачекал он проход под Б. Аккуратно играет. И вот Фриис. Фриска-редиска должен перетягиваться. Хунден занял позицию в упор. Зачекал Санден всех, но получает сразу же хедшот от Пауфа. И дайте угадаю, что это будет. Это, конечно же, будет сейв. Правда, на сей раз сейв оправдан, потому что два хороших девайса. Сейвит СК, но вот дадут ли им это сделать? АВП засейвить, это понятно. Хундену тоже. У Хундена... Есть дефуз киты, есть броник, и Две флешки. Фриис тем временем делает фраг по твисту. Бегут шведы уже выбивать сейф. Один только Пауф остается у бомбы. На всякий случай. На всякий случай. Зонда под флешку открывается на Хундена. Еле пересправил того. 20 хп у Зонды. Тем временем Фриис делает фраг с авика по шведу. И Зонда после окончания раунда делает фраг. Поэтому с деньгами небольшие проблемки были у Фрииса, как я понимаю. Странно, 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 странно. Или все-таки не после окончания. Да, один раунд СК не хватает, и все никак не могут его взять. Шведы просто нереально. Шведы разрывают. Такой камбэк. Не на медле, а на меду. Такого слова в русском в любом случае нету, поэтому нельзя сказать, что из этого правильно. У твиста просто почти 30 фрагов. 29 у твиста. Вот это жесть. Посмотрите, какой камбэк дали шведы. 6 раундов подряд. А перед этим еще взяли парочку. Твист дропается в дроп-рум. Тенски погибает и стяжечка идет сразу же с апланта. Хунден разменял, подобрал другой ФАМАС, чтобы были патроны в обойме. Ловит оба тиммейта под Б. У Лид флешку, Шнейдер открывается по Асилину, но Зонда также делает минус, но СК опять рассыпались. У Фриса нет АВП, Фриис сейвит темку. Без гранат, без пистолета, без китов. Или Фриис попробует все-таки кого-то отрезать. Вообще. Вот это просто игра. Вот это игра. Так, мне показалось, или там... Что это такое? Фонарик. Вот это просто... Вау, спрятали фонарик на текстурку. Фриис тем временем никак не может засейвить, убегает ото всех. Зонда идет на перерез, Зонда топает и... И даже с топотом Фриис погибает, а 14, вернее 15 становится счет. Жесть, просто жесть. Плохой бай у СК. Покупают они 5 фамасов, одни киты на всех 5, и половины гранат нет. Вот такой вот зашибенный бай просто от от датчан. Неужели это будет ничья и овертаймы? Я просто не могу в это поверить. Я не могу в это поверить. Собирается СК на Б втроем, и туда же идет атака. Пока что, пока что. Потом могут перетянуться. На медле тем временем орудует Зонда. Фриис вот в таком вот чеке сидит. Вот эта флешка просто пролагала в воздухе. Ну и что? Ну и что? Подсадочка от SK Gaming на Б-планте. Девилуолк перезарядился, и вряд ли это кто-то слышал, все были слишком далеко. Твист воюет с дропдауном, Тенски внизу, и в 2 девайса пытается законтрить его. Флешка, открытие, и вот зря пошли. Тенски делает open фраг, никто не разменял, вдвоем уже в дроп-руме. И 4 на Б-планте. Тем не менее, Зонда делает фраг по Сандену за плантом. Надо прочекать. Девилуолк чекает. Девилуолк минус Хунден. Очень четко играет Дейл. Все, чекает. Тенски погибает. И Асилион с Фриисом остается вдвоем. Асилион делает минус. Фриис также. 2 в 2. 2 в 2. В спину уже заходит. Ну, как же так? Зонда неаккуратно. Тем не менее, не успел зайти Фриис. Асилион погибает. И... Фриис один против двоих. Поставлена бомба. О позиции Фрииса все известно. Откидывает смог, чтобы Фриису было еще менее удобно заходить. И Фриис также погибает. 15-15. Овертаймы. Это просто невероятно. Какой камбэк дали шведы. Сколько раундов? А, нет статы по раундам. По-моему, 8 раундов они подряд взяли. Жесть. Просто жесть. 30 фрагов стрелял Твист и Unready. Сразу же будем смотреть, наверное. Нет инфы в конфе, но я не хочу никаких пауз, я хочу экшен. Дайте мне экшен. 15-15, овертаймы. Вот это там в чате горит. Я понимаю, да, наверное, тех, кто ставил. Ой, как там СК поливают, вот это да. Тем временем, подписывайтесь на группу ВКонтакте vk.com/gochampions, это паблик GoC, лиги организаторов данного чемпионата, там будет всякая информация по чемпу, анонсы, стримы и так далее. И, соответственно, на мой паблик там будет музыка, анонсы моих стримов, всякие матчмейкинги и все прочее. vk.com/killa_fun. Кобу, чей пик? Пики вы можете найти у меня в паблике, и тем не менее озвучу я их. Лид взяли карту Декоблстоун, СК взяли Трейн и третья карта Мираж. Вот на своем пике Лид сделали нереальный камбэк и что-то в районе 8 раундов у них, если я не ошибаюсь. Какой камбэк? Теры всегда берут 10-13 раундов на Кобле. А ты понимаешь, что такое камбэк? Камбэк — это когда берут какое-то количество раундов одна команда и дальше подряд делают много раундов другая команда, соответственно. Вот что такое камбэк. Один раунд оставался команде взять, но те не смогли противостоять шведам. Ну и читаю я чатик, пока у нас ничего нету. Уже написали ready, и остается 5 секунд до экшена. 5 секунд до экшена. Ребят, скажите паблик ВК его. Давай напишу в чат, чтобы не было вопросов. На тебе вот прям 10 ссылок подряд. Надеюсь, ты найдешь их. Передай, пожалуйста, привет для ФБ, если не тяжело. Привет, привет, ФБ. Макс раундс 10, как я понимаю. Ага. Шнейдер делает open фраг по Сандену, и там уже говорят, что следующий матч начнется, как только закончится этот. Поэтому не будет перерыва практически, сразу же залетим на следующую каточку. А, или я что-то недопонял. Ладно, в общем, потом я еще зачекаю эту инфу. 4 в 4 ситуация. Фриис сразу же это исправляет, да его погиб. Шнейдер выцеливает... Вот такую вот позицию двери на А-планте. Зонда перетягивается на Б-плант вместе с Пауфом. И 3 в 4. 3 в 4. Первый раунд овертаймов. Чей это пик? Боже, я эти пики называл уже раз 10, если не больше. Всем уже, наверное, надоело слушать эту инфу. Пауф убивает Хундена, как только тот двинулся на шифте в бок. Молотов в дропрум, Тенски отходит, Фриса зачекали, и ставится бомба. А вот Шнейдер, коварный Шнейдер, идет в спину. Вот сейчас вот он топнет, но вот услышит ли это? Это не слышит. СК получает сразу же Тенски. Минус еще один от Шнейдера. Ну и последним остается Асилион, который должен погибать. О нем известно. Он за плантом. Он начинает просто дефузить на морозе, кидает флешечку. Ой, вот это флешка. Вот это флешка. Вот такая вот флешка интересная. Я думал, что из-за вот этого бордюра не ослепнет игрок, который находился вот здесь. Но он ослеп. Вот это да. Напомню, вы можете зажать левую или правую кнопку мыши, подойти к бомбе, зажать кнопочку Е, то есть нажать дефуз, и потом отпустить кнопку мыши, чтобы флешка полетела. Вот что сейчас и было от игрока защиты. Многие почему-то этого не знают. Фриис убивает твиста, open фраг. Шнейдер, кстати, с АВП. Минус курица на карте, и Шнейдер перетягивается на Б-плент. Пытается он сделать какой-то open. И пока что затишье. Затишье на карте. Так. Там просто уже начинается в чате война. Кто кого больше любит. Фриис сейчас найдет, наверное, зонды. Заметьте, что он целит как можно левее, но чтобы щелка была меньше, которую он смотрит, он будет убирать прострелом игрока. Нет, все-таки перевелся Фриис. Санден. Минус Шнейдер. Фриис тем временем убил зонда, но и 2 в 5. 2 в 5. Девилуолк просто пытается пройти за машину. Тенски убивает Пауфа, Девилуолк делает минус, но и 4 живых человека у СК. Тем не менее, у Асилиона 1 хп. Давайте, наверное, залочим чатик, потому что там спойлеры, там спам и все такое. На секунду я буквально отвлекусь. Ну и тем не менее, тем временем, 16-16. Девилуолк делает фраг по Фриису, когда я отвлекался, и СК остается вчетвером. Почти сразу же после начала этого раунда. Подсадочка. Подсадочка от Лид. На подсадке Твист. И Шнейдер вот так вот чекает кромку дыма. Санден, флешка поверху, но флешка никого не ослепила. Вот теперь уже слепит. Молотов за дальний угол, там никого нету. И Санден делает еще один фраг. Еще один фраг на карте, вернее, будет сказать. Тушит дым Шнейдер с маком. Тушит дым Шнейдер с маком. Вот это я просто сказал. Тушит молотов Шнейдер с маком. Хунден минус Шнейдер, и за плентом он стоит. А Хунден неизвестно, а вот о остальных тиммейтах нет. О Сандене еще должны знать. Санден дал минус, но он перетянулся. Девилуолк 1 против 4. Девилуолк делает 1 минус, и Девилуолк погибает. Непредсказуемая позиция от Тенски. И 17-16. 17-16. Нереальный камбэк был от Лид. Взяли они подряд что-то около 8 раундов. Просто нереально. Нереально. И Асилион откидывает смачок на мидл. Шнейдер чекает Б-плент. Ну и уходишь на это. Кстати, вот можно подсаживаться прям рядом со смоком. Вдвоем садитесь один на другого, и по верхней кромке смока уже можете видеть оппонента. Вдруг тут кто-то подпрыгнет. Частенько такое юзают, например, на Дасте, когда смок ложится в верхнюю темную. С Б-плента можно зачекать темку, или наоборот, с темки Б-плент через смок. Тем временем 4 в 4 ситуация, 17-16 счет. Хунден зачекал Шнейдера, но это скорее наоборот было. Шнейдер зачекал Хундена, не смог попасть. Хунден подпрыгнул очень вовремя, ну и Шнейдер с ЛБ промахивается. Забрал зонды бомбу, и надо помогать тиммейтам. Вот, ну, не стоит так идти, не стоит так идти. Фриис минус Девилуолк. Под флешку зонда будет рваться. Хунден отвернулся, повернулся обратно, сделал фраг. Хунден еще один фраг. Вот так вот. 5 хп остается у Хундена. Шнейдер 1 против 4. И попытается он сделать хотя бы минус в этом раунде, но никто на него пока что не идет. И вот Тенски. Нет, Тенски ушел с двери. Правда, вот когда раунд кончится, возможно, он зачекает для своего тиммейта мидл, но нет. Двигается СК Фриис. СК Фриис. Фриис Коридиска. Получает хедшот от Шнейдера и не засейвил снайперку. Пришлось купить новую, потратился Фриис. Достаточно неплохо в этом раунде. Минус 7950 у Фрииса. По экономике. Фриис откидывает смог своему тиммейту на мидову, и Асилион сможет продлить смог. Натопали немного Лид, и из-за этого могут получить сейчас порцию гранат, прострелов и всего прочего. Флешечка, ну и Санден, 2 фрага зажимом. Тенски еще один, Фриис тем временем с авика попал. И последний Шнейдер, прострел от Фрииса, но Санден забирает его еще раньше. Минус Шнейдер и 16-19. Редди сразу же пишет Зонда и... Что, СК готовы или нет? Да, СК готовы, СК всегда готовы. Ну и кто же выиграет? Кто же выиграет в этом матче? Неужели просто так Лид сделали такой камбэк? Неужели будет еще один небольшой камбэк? Только уже в овертаймах. Интересно. Просто какое-то нереальное противостояние намечается. Дальше, кстати, будет еще одно противостояние. Dignitas против Virtus.pro, если мне не изменяет память. И так, сейчас я зачекаю. Да, Dignitas, Virtus.pro, Best of 3. Та же самая лига GoCL, никуда не переключайтесь после этого матча. А у нас тем временем пока что только первая карта овертайма, первой карты. Вторая половина овертаймов. Асилион делает минус по Шнейдеру. Open фраг на Б-планте. И стяжечка небольшая. Девилуолк и кривой Молотов. Фриис убил Твиста, который поджимал. И втроем остается Лид. Проблемы у шведов. 16-19 счет не в их пользу. И вот так вот отдать двух тиммейтов было чревато. Но вот... Оставшиеся игроки могут спокойно сделать пару минусов. Посмотрим мы за этим. Девилуолк не вовремя уходит в дропдауне, в дропруме. Все еще есть игроки. Зонда минус на планте. Убивает он Фриса. И Пауф втягивается обратно. Раскидка дропрума. Пауф еще один минус. Вот о чем я и говорю. 3 в 3 ситуация. Пауф еще один минус. Разменял Тенски, Санден еще один минус. И Зонда 1 против 2. Санден красный, у Тенски 55 хп. Убивает одного на проходе в плент. И остается только Тенски под дым. Уходит Зонда, не видит этого Тенски. И Тенски надо ставить бомбу. Разводит он на бомбу, услышал топот Зонды. Не дергается, но Тенски знает о своем оппоненте. Тенски! 4 секунды было до конца раунда. Если бы Зонда не дернулся, то тот не успел поставить бы бомбу. Рискнул Тенски и тем самым взял раунд. Вот такой вот двойной развод на 4 оставшихся секундах. Ну, по-любому должен был террорист ставить бомбу, но этого не произошло. Уверен был Тенски, что поломится оставшийся игрок шведской команды, что и произошло. И... Ну, ребят. Нет, у нас все хорошо. У нас все хорошо. Голтова немного подлагнуло, но... Ничего страшного, ничего страшного. Я думал, что он нас просто обрубит. Это хорошо. Царский смачок. Невероятно. А как туда вообще можно кинуть смог? Асилион минус Пауф. А или это... Да, окей, ладно, можно кинуть смачок. Вчетвером остаются шведы с самого начала этого раунда. Зонда идет разменивать, но вот только чревато это. Асилион мог заметить того, когда... Зонда подпрыгнул над смоком, и вот Твист сейчас делает то же самое. Терен, Девилуолк, минус Тенски. Девилуолк еще один минус. И Хунден разменивает. Фриис идет по зелени. Сейчас он может наткнуться на Шнейдера. И Шнейдер чекает мидл рум. Убивает Асилиона. И Хунден должен разменивать. Снайперка у Шнейдера не позволяет быстро стрелять. Хунден. Какой нереальный хедшот по Твисту. И 1 против 2 остается Зонда. Перетяжка с Б-планта. Бомба сейчас поставится. И небольшие проблемы у Зонды. Могли СК уже занять хорошие позиции. Фриса начекал. Надо прошить. Фриис живет. И Зонда. Зачекал Фриис проход за машину. И вышел сразу же чекать проход плента, чтобы помочь своему тиммейту, на чем... Его Зонда мог подловить. Бомба сильно пищит, но Зонда должен уже делать фраг. Да, минус Фриис. Хунден мансует. Ну и просто Зонды... Зонды... Ну да, 16-12 побеждает. В этом противостоянии SK Gaming. У нас дальше будет вторая карта. Никуда не переключайтесь. И небольшая пауза.